Вахтера больницы подозревают в растлении челябинской школьницы. Мужчину поймали под Санкт-Петербургом. Потерпевшей по делу проходит несовершеннолетняя жительница Южного Урала. По предварительным данным, 41-летний мужчина переписывался с 9-летней девочкой в соцсети. И она присылала ему свои фотографии интимного содержания. Предположительно, подозреваемый настоял, чтобы ребенок сфотографировал себя. Он и дальше требовал похожего характера снимки. При этом мог шантажировать ребенка предыдущими изображениями. Уголовное дело было возбуждено еще в начале этого года, но мужчину, вахтера одной из больниц, задержали только сейчас. Он проживал в деревне Сяськелево. Для разбирательства его должны доставить в Челябинскую область. А 19-летний житель Миаса может попасть в колонию за интимные отношения с 15-летней девочкой. Она забеременела от него. По данным следователей, расследование начато по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста». Теперь, если вину юноши докажут, ему может грозить наказание вплоть до лишения свободы на срок до 4 лет. Но если молодой человек женится на юной любовнице, то может избежать наказания.